сразу может стать мастером Шаронской розы. Тогда он сразу получит все подарки. Но так бывает очень редко. В России так точно. По-моему, в мире никто сразу при открытии страны не становился сразу мастером Шаронской розы. Потому что на это нужно время, определенное время. Итак, по мастерству есть вопросы? 7 рангов, 7 уровней мастерства. Все понятно? Отлично. Давайте теперь поговорим о деньгах. Еще раз подробнее, откуда берутся деньги. Здесь на слайде диаграмма. По законодательству Южной Кореи ни одна компания не может платить своим сотрудникам более 35% от своего оборота. Соответственно, компания Atomy платит максимум 35% с этого оборота. 35% с общего оборота – это тот кусок пирога, который делится между участниками компании и между сотрудниками компании. При этом 30% распределяется между сотрудниками компании. То есть от общего оборота, еще раз, допустим, прошел оборот, чтобы удобнее было еще, пусть будет 100 миллионов долларов. Из них 35 миллионов долларов распределяется между всеми участниками и сотрудниками. От этих 35 миллионов 30%, это получается где-то 10 миллионов, да? 10 миллионов распределяется между участниками компании. Это уходит на затраты компании, на организацию семинаров и так далее. Все остальное распределяется между партнерами, между нами. Получается, 6% уходит в образовательный центр. То есть лидеру образовательного центра 6%. Это на поддержание образовательного центра. Здесь нужно понимать, то, что много денег здесь не выйдет. Получается, потому что образовательных центров много, и ты получаешь здесь только процент за тех людей, за те заказы, которые прошли через ваш образовательный центр. Получается, если к вашему образовательному центру подключено 1 миллион человек, у вас проходят большие обороты, вы получаете за это деньги. Но также нужно понимать, что если у вас 1 миллион человек, у вас будет 1 миллион заказов, то есть будет очень много посылок, которые нужно людям отдавать. Если у вас 0 человек, то вы вообще ничего с этого не получаете. То есть центр нужно открывать только тогда, когда у вас уже есть команда, когда вы знаете, что ваш центр пойдет на пользу всей команде. Центр – это очень мощный инструмент для всей команды, потому что у центра есть ресурсы, у центра у вас там будет шоу-рум, у вас будет лекционная аудитория, у вас будут материалы, вы сможете проводить обучение и так далее, и так далее, и так далее. Также люди могут приходить просто в центр, знакомиться с компанией, с продукцией и регистрироваться. То есть это также приток новых людей. Но поддержание работы центра – это полностью ответственность каждого человека. Если человек решает открыть центр, то он делает это самостоятельно. Сам находит помещение, сам закупает продукцию, сам делает ремонт, все делает сам. То есть как взрослые люди делаем все сами. Компания здесь не поддерживает. Потому что если бы компания поддерживала бы центры, то партнеры остальные меньше бы денег получали. Откуда бы компания брала на это деньги? Вот отсюда. Поэтому центры поддерживаем все сами. Далее, 44% от этого пирога, то есть если это было 350 миллионов, 44 это сколько примерно? 15 миллионов будем считать, да? Рассчитывается по бинарным шагам. Распределяется между всеми участниками по бинарным шагам. Вот отсюда и высчитывается этот коэффициент. Считается, какой оборот прошел у компании, кто сколько набрал множителей. Получается, общий оборот делится на множители, и каждый потом получает. То есть это математическая формула, кто хочет, может посчитать, проверить, как это считается. На официальном сайте есть полный список, то есть компания дает полную отчетность, какие проходят обороты, как это считается. То есть этот коэффициент можно высчитать самому, чтобы убедиться, что компания никого не обманывает. Компания работает полностью прозрачно. Законодательство в Корее, как вы знаете, очень строгое, оно работает. Там президента на 20 лет в тюрьму сажают. И все, что касается сетевого маркетинга, там мониторится очень строго. Потому что в Южной Корее очень много компаний, именно сетевых пирамид, появляется ежегодно. В основном это IT-компании, и поэтому проверка идет строгая. И Atomy получила премию как идеальный сетевой маркетинг. То есть вот таким должен быть сетевой маркетинг. Примерно такое заявление было по новостям в Корее. И все чаще и чаще по новостям показывают Пак Кын Гиля и рассказывают о его компании. То есть на национальном телевидении. И следующий, последний кусок пирога, 20% распределяется между мастерами, то есть между рангами. Из этих 20%, 10%, то есть половина, распределяется между всеми мастерами продаж. То есть все мастера продаж получают вот эти 10%. И это значение, оно примерно одинаковое. То есть оно особо не меняется, потому что мастеров продаж достаточно много.
Примерно 400 долларов. То есть около 400 долларов получает мастер продаж за квалификацию. То есть с 1 по 15 число человек проходит квалификацию, и он за это через неделю получит 400 долларов дополнительно к бинарным шагам. То есть бинарные шаги считаются еще раз отдельно, квалификация мастера продаж считается отдельно. Остальные 10% распределяются между 7 остальными рангами. И там разброс может быть большим. Допустим, 0,1%, по-моему, распределяется только между Imperial мастерами. Imperial мастеров немного. Не каждый из них подтверждает квалификацию каждый раз. По-моему, был такой прецедент, когда только один человек прошел квалификацию Imperial мастера и получил весь этот 0,1%. То есть там вышло у него в месяц порядка 300 тысяч долларов. То есть потолок именно заработка здесь сложно посчитать общий. Поэтому считают потолок по бинарным шагам. То есть вот здесь. В математику больше не буду углубляться. Кому интересно, может сам изучить, посчитать, рассчитать, как все это высчитывается. Так. Есть на этом моменте вопросы? Всем все понятно? То есть мы рассмотрели бинарную структуру, бинарные шаги, выплаты, уровни дистрибьюторства и уровни мастерства. Вопросов нет. Отлично. Так. Если вопросов нет, тогда я предлагаю пойти на перерыв пораньше. То есть получается сейчас без 20 час. В 2 часа мы продолжим.